Почему никто не пришел обедать в назначенное время?
Ладно. Элиас... Мечетык! Мечетык вошел в башню и исчез во тьме. За ним остался кровавый след. И пока вы разглядываете его, вам кажется, будто камни пьют кровь, и трещины в них наливаются красным. Матерь Божья, Абигейл! Ну что вы как... маленький. Либо мы пройдем за дверь. Ну уж нет, она сожрала нашего воина. У нас нет выбора, о чудотворец, без заклинаний. Разве что вы сможете вынести целую стаю крысолюдов. Элиас? Извините, Мечетык? Капитан Мечетык! Я могу ей ответить? Черта с... Тьма безмолвствует. Она полностью поглотила Мечетыка. Ладно, сейчас я заш... Бакел и... Привет, извините, что опоздала. Обновляли систему на всей станции, пришлось объяснять Беллами буквально все. Эбби, мой лист персонажа у вас? Вы пришли? Да, он тут. Теперь можно синтезировать голос Даниэлы. Этого хватит, чтобы обмануть замок. Кроме того, я постаралась проанализировать сигнатуры психических полей. У людей сигнал едва различим, а тифоны дают сравнительно мощный всплеск. Но данные коралла странные. Я не понимаю, что они означают. Чем скорее мы добудем ключ-активатор, тем лучше. Да, должна упомянуть. У людей, как я уже сказала, сигнал едва различим. Но ваше поле сильное, как у тифонов. Thank you.
Сканирование завершено. Доступен новый Морган, если вы здесь, значит, Эбби не выжила, да? Я больше ничего не могу сделать. Но будьте осторожны. В жилой секции кто-то есть, он притворяется коком. У него браслет из отдела психотроники, но идентификационный номер просто бредовый. Он... Кажется, именно он убил Эбби. Если можно, пусть он не выберется со станции. Я постараюсь помогать вам отсюда. Пока смогу. Прощайте, Морган. Отлично. Теперь вы сможете попасть в хранилище. Завершено. Доступен новый псионный навык.
Кальвина, коллега, не замечает ничего странного. Эдоэтическая память. Погружен в работу. Идеальное здоровье. Без больничных. Новая запись. Шоу. Даниэла. Директор IT-отдела. Не любит тебя. Еще больше не любит Алекса. Надо узнать, почему. Памятка. Исследовать. Повар Митчелл и взлом эмоций операторов. Дайо Игве. Нанят Алексом. Дешево обошелся из-за его спорных взглядов на психические явления. Один из лучших ученых на станции. Интроверт. Знает про опыты. Верен Алексу. Верит, что твой брат и Тифоны спасут его карьеру. Екатерина Ильюшина. Главный инженер. Не разговаривает с тобой. Были недолгие отношения. Ты прервала их, когда начались опыты. Она уверена, что ты это сделала, узнав про ее заболевание. Парапраксию. Удобное заблуждение. Порвать отношения было разумно. Не так больно, с учетом грядущей потери памяти. Парапраксия. Поражение нервов. Не дает использовать нейромоды. Агрессивная химиотерапия предотвращает дегенерацию. Делает кандидатов непригодными для назначения на Талос-1. Сара Элазар. Глава службы безопасности. Не друг. Знает про тифонов. Не знает об опытах. Подозревает. Ей доверять можно, но она не верит Алексу. И тебе. Пока.
Знать, как устроен объект, разберите его на части. Mm-hmm.
завершено. Нужно больше кристаллов. Завершено. Нужно больше кристаллов.
завершено. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Требуется голосовая идентификация. Повторите следующие слова. Хамелеон. Ущелье. Склонность. Зловредный. Хамелеон. Ущелье. Склонность. Злой. Перехват управления на уровне директора. Извини, Морган, но мне придется тебя запереть. Когда я уничтожил твой ключ, то уберег тебя от страшной ошибки.
Поздно прятать голову в песок. Мы выбрали свой путь. В хранилище данных ты будешь в безопасности. Когда все будет готово, встретимся в моем кабинете. Надеюсь, ты мне веришь. Я на твоей стороне. Ты просто не в себе. Работа выполнена. Добро пожаловать в хранилище данных. Это своего рода подсознание Талоса. Вам нужен центральный репозиторий. Там находится диск с чертежом ключа активатора. А я пока постараюсь найти выход. Распахнули глаз в моем разуме. Я вижу горизонт, полный зубов. Он все ближе. Вы тоже его видите? Я хочу есть. Я всегда хочу есть. Я буду ждать, МЮ. Вы покажетесь. Выхода нет. Выхода нет. Каждая частица данных, которые передаются по станции, сохраняется здесь. Запасные серверы с данными хранятся в модулях, которые отстреливаются в случае катастрофы. Судя по тому, что они еще здесь, Алекс не хочет взглянуть в лицо фактам. Thank you.
Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Thank you.
Запрос нового оператора. Медоператор Тенстар, класса пирамида 400. Диагностируем ушибы, спадины, усталость. Ничего смертельного. Расслабьтесь. Здоровый, пожалуйста. Заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Пониженная гравитация. Доктор Юг.
карту. Доктор Ю. Боялась, что поврежден главный двигатель. Можете скачать чертеж с терминала шоу. Тогда мы сможем создать ключ-активатор. Нормальная гравитация. Здравствуйте, доктор Ю.
Морган, Алекс вас запер. Снять блокировку я не могу. Но я обещала вам помочь. Так что слушайте. В хранилище данных есть модули, которые можно выкинуть в космос. Это резервное хранилище информации. И ваш путь наружу. Загляните в мой терминал. Там найдете программу, которая откроет одно из хранилищ. Как только войдете, ищите ручное управление. Тогда выберитесь в космос, как я. А если сумеете вернуться, помните, за вами должок. Убейте гада, который причинил вред Эбби. Не то мой призрак не даст вам покоя. Как и Земля, Талос-1 создает магнитосферу, защищающую нас от космической радиации. Завершено. Доступен новый темный навык.
гравитация. Они боятся. Успокоительная помощь. Нет, нельзя мешать формированию памяти.